Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Привет, меня зовут Владимир Лунев, я певец, композитор, пианист, саунд-продюсер, владелец эстрадно-джазовой школы эстрадного вокала. Владимир, кто вас пригласил на сегодняшнее мероприятие? Как обычно, Изольда и Дима Гуча. Вы не первый раз к ним уже приходите. А на самом деле первым мы недавно абсолютно познакомились через наших партнеров. Вот, так что и в этом месте, и на их тусовке я в первый раз. Как вам идея сочетать фэшн-мероприятия и музыкальные выступления? Не мешает одно другому? Абсолютно не мешает. Более того, это дополняет, так как я более 14 лет работал с Сергеем Зверевым как клавишник, а он фэшн-звезда. То есть музыка и стиль – это одно целое, по сути. Это красота, это искусство. Без этого как? Одно другое дополняет. Как вам сегодняшняя атмосфера? Встретили кого-нибудь из знакомых сегодня здесь? Ну, где-то 80% знакомых здесь встретил. Ну, тусовка, она маленькая, шоу-бизнес. Вот, так что все знакомые, все свои. Какие у вас творческие планы? Возможно, есть какая-то мечта, которую вы хотите осуществить в ближайшем будущем? Мечта стать номер один на сцене. Ну, как обычно, я скромный. А планы? Летом будем снимать клип на мою новую песню. И, скорее всего, здесь, в этом клубе, осенью будем делать презентацию. Что у вас в личной жизни? Сердце свободно занято. Поклонницы могут рассчитывать? Поклонницы могут всегда рассчитывать. Черт подери. Почему нет? Скажите, пожалуйста, есть у вас какой-то девиз по жизни, которым вы руководствуетесь? Только профессионализм, только вперед, не останавливаться. Если ты даже падаешь, всегда надо подниматься и идти дальше к своей мечте. Только вперед. Какие можете дать советы начинающим звездам? Что нужно делать, чего не нужно делать? Предостеречь, возможно, от чего-то можете их? Что делать? Это учиться, получать профессию, осваивать профессию, в которой вы хотите стать номер один. Если вы хотите стать певцом, то учиться вокалу, заканчивать колледж, там, поступать в ИСИ или в другие высшие заведения, которые занимаются эстрадным вокалом, и находить спонсора. Без денег ничего не бывает. На таланте далеко не уедешь. Тут и талант, и усердие, и очень-очень много денег. Без них никуда. Хорошо, спасибо вам большое за интервью. Вам желаем творческих успехов, развития и приятно вас сегодня здесь видеть. Спасибо, всем удачи.